появился у нас семейный доктор, принимает, детей не нужно вести в Красное, в райцентр. Есть дневной стационар, то есть мы можем здесь прокапать пациента. Есть лекарственные средства, больному уже не надо будет ехать в Красненскую ЦРБ, и также нам тоже удобно. Пациент у нас всегда у нас на глазах, то есть мы видим динамику. Вот сегодня пришел, мы посмотрели динамики, и через пару дней приходит опять новый пациент. Никто нас не теряет, то есть мы всех наблюдаем, лечим уже на месте.